Всем привет! Продолжаем рассматривать работы, расположенные в главном штабе в городе Санкт-Петербурге. Шарль Гирен. Прогулка. 1911 год. Холст масла. 79/168. Поступило из собраний Ганзена. В 1921 году Шарль Франсуа Проспер Гирен, французский художник, учился в школе изящных искусств в Париже у Густава Моро, выставлялся в салоне с 1897 года. Выставки были во многих европейских городах. Спрос на его картину упал после Первой мировой войны, однако он продолжал работать и в 1923 году стал одним из основателей салона «Де Тюильри». Гирен был поклонником Моне и Ренуара, однако стилистически его можно сблизить с художниками группы Наби, в которую входил Бонар, Вивар, Дени. Он также проектировал художественное оформление костюмов для театра. Вначале испытал влияние импрессионизма, затем прославился как мастер-ретроспективист, особо внимательный к наследию галантного века. Занимался преподаванием. Вот такое описание к работе Шарля Гирена. Прогулка, 1911 год, находится в главном штабе Санкт-Петербург. Я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, красивая, как мне показалось, яркая картина.